Всем здравствуйте. Меня зовут Марина Петрова. И сегодня я продолжаю отвечать на ваш вопрос. Как из доступного лесного материала красиво оформить свой магазин к Новому году, а также сделать потрясающе красивые каркасы. И в этих каркасах, конечно, букеты и композиции. Все, что мы здесь видим, веточки разнообразные, маленькие, большие, простые, замшелые, шишечки, мох. Это все нам очень и очень надо в работу. Вот они, вот оно наше чудо. Наше флористическое чудо. С нежностью, с благодарностью. Все это аккуратно собираем много и едем работать и создаем нашу волшебную новогоднюю сказку.